Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Со мной мой кот Бен, и сегодня мы будем играть в экстремальные прятки с аниматроником ФНАФ Фредди. Погнали! Ну что ж, друзья, я заказала вот такую вот фотографию, и здесь у нас аниматроник Фредди из какой-то из серии ФНАФ. Поглядите, какой он жуткий, в его животе дыра, и в его зубы будто лезвие, и он действительно очень-очень стрёмный. Эта фотография понадобится нам для того, чтобы вызвать Фредди, аниматроника, и потом попросить его поиграть с нами в экстремальные прятки. Как вам такая идея? И, кстати говоря, друзья, вы тоже можете поучаствовать и написать в комментариях, с каким персонажем поиграть мне в экстремальные прятки. Для этого просто спуститесь ниже в комментариях и напишите «Королева мистики, сыграй в прятки с...» и ими персонажа. Ну а перед тем, как мы начнем вызывать Фредди аниматроника, я попрошу вас подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео и написать комментарий. Самый топовый комментарий обязательно попадет в мое видео, как этот. Ну и а также не забывайте подписываться на мой телеграм, где мы с вами обсуждаем видео, и включать VPN, так вы мне сильно помогаете. Для обряда обязательно нам нужны будут свечи, нужна будет фотография аниматроника, нужна будет монета, которая будет отвечать нам на вопрос, пришел ли Фредди аниматроник или нет. А также, ребята, я воспользуюсь новым приложением, которое я скачала совсем недавно, которое поможет нам призвать Фредди, чтобы сыграть с ним в экстремальные прятки. Ну, а я перемещусь, наверное, поудобнее туда, на задний план. Так, ребят, еще я забыла сказать, что нам обязательно пригодится зеркало с лестницы, ведущей в потусторонний мир. Ну, я надеюсь, что все это сработает, и Фредди все-таки придет к нам для того, чтобы сыграть в экстремальные прятки. Я надеюсь, что видео будет удивительным, страшным и мистическим. Все, как вы любите. Я думаю, что вам обязательно это понравится. Итак, для того, чтобы начать, нам необходимо найти зажигалку. Где-то наша зажигалка должна быть в одном из этих сундуков. Сейчас, ребята, посмотрим. Может быть, в этом. Да, зажигалку я нашла. Итак, зажигаем наши волшебные мистические свечи. Одна свеча. Вторая свеча. Кстати, ребята, я заказала в интернете очень странные свечи, черные. Говорят, что если зажигать черные свечи в 3 часа ночи и вызывать духов, то они обязательно придут. Как думаете, проверить ли эту легенду? Ну, в общем-то, я уже заказала эти свечи, а вот вызывать с ними духов пока еще побаиваюсь. Напишите в комментариях, стоит ли это делать или нет. И, кстати говоря, я еще раз хочу вас предупредить, никогда не вызывайте духов, когда вы одни дома. Лучше включите мои ролики и смотрите, как это делаю я. Так будет гораздо безопаснее и в 1000 раз интереснее. Так, еще одна свеча у нас зажигается. Отлично. 3 свечи. Наш самый страшный аниматроник. Приди. Он реально жуткий. Если такой монстр придет во сне, можно реально... Но вы поняли. Так, ладно. Еще у нас обязательно наша монета, наш... зеркало, которое отправит нас в портал. Ну, в принципе, все. У нас все готово. Ну что ж, давайте начнем. Итак, нам необходимо взять фотографию Фредди и, правильно, сжечь ее. Но перед тем, как я сожгу ее, на обратной стороне я напишу: «Фредди, приди и сыграй со мной в экстремальные прятки», чтобы он понял, для чего я его вызываю. Ну, так написано в интернете. Так сказано, нужно сделать. Рассказано, значит, так и будем делать. Мы пишем: Фредди, приди и поиграй со мной
в экстремальные прятки. Вот так вот, ребята, дело сделано. А теперь мы будем сжигать эту фотографию, чтобы пришел Фредди. Я, если честно, немного побаиваюсь и даже волнуюсь. Это все потому, что ты до сих пор смотришь мое видео без подписки. Я видела аналитику, что многие мои зрители смотрят и не подписываются на мой канал. Так что если твоя кнопка подписаться под моим роликом до сих пор еще красная, прямо сейчас нажми на нее, чтобы она стала серой. А рядом маленький колокольчик, его ты можешь тоже нажать, чтобы не пропускать мои самые мистические видео. Ну а мы погнали. Сжигаем фотографию Фредди. Нужно, чтобы вся фотография сгорела дотла. Это очень опасно. Я еще раз повторяюсь, чтобы вы не повторяли этих обрядов дома, ребята. Ау-ау. Потому что может быть пожар. Нельзя, нельзя. Ни в коем случае. Не повторяйте. Лучше смотрите мои ролики. Так, видите, даже можно обжечься. Все что угодно можно. Итак, фотография должна сгореть прямо дотла. И на последнем догорающем огне мы должны сказать: «Фредди, приди, поиграй со мной в прятки». «Фредди, приди, поиграй со мной в прятки». «Фредди, приди, поиграй со мной в прятки». Итак, ребята, все сгорело дотла. Не осталось ничегошеньки от нашей фотографии. И, по сути дела, Фредди из ФНАФ должен прийти. Так мне сказали в том месте, где я заказывала эту фотографию. Что ж, давайте попробуем погадать на монете, которая ответит нам на вопросы. Видите, на этой стороне написано «Yes», а на этой «No». Подписчики, которые часто смотрят мои видео, они уже знакомы с этой магической, с этим магическим артефактом, магической монетой. И поэтому они знают, что это такое. Но для тех, кто только сейчас подписался на мой канал, я просто быстренько расскажу. Если монета говорит «No», эта монета заказана на мистическом сайте, она действительно работает. Она отвечает правду, как, знаете, как шар. Да, нет. Кстати говоря, его мы тоже сегодня будем использовать. Но это позже. А еще самое интересное, и я поставила скрытую камеру в коридоре, которая смотрит прямо на дверь. И если аниматроник придет, то он обязательно попадет на скрытую камеру, если вдруг мы с вами не сможем его увидеть своими глазами. Возможно, он испугается и не захочет появляться. Ладно, не будем забегать вперед и продолжим. Спросим у нашей мистической монеты, пришел ли Фредди ФНАФ ко мне домой. Фредди ФНАФ, ты здесь? Да, он ответил да. Точнее, монета сказала, что да, Фредди здесь. Фредди ФНАФ, скажи, ты будешь играть со мной в экстремальные прятки? Да. Ну что ж, ребята, Фредди из ФНАФ здесь. По-моему, я даже слышу его шаги. Я слышу, как скрипит его тело. Оно же металлическое, оно... Очень страшно, ребята, жутко, вы не поверите, это очень жутко. Ну что ж, я думаю, что игра в экстремальные прятки началась, Фредди готов играть, ну а мы теперь должны хорошенечко спрятаться. Итак, ребята, прятаться сегодня мы будем здесь, это ванна. Напишите в комментариях, как часто вы любите играть в прятки и как часто вы прячетесь в ванной комнате. Кстати говоря, здесь очень много мест, где можно спрятаться, потому что, когда человек заходит в ванну, и если ты в нее ляжешь, он не увидит, что ты там на дне. Кстати, очень-очень-очень крутое место для пряток. Итак, ну а пока я слышу шаги. Я слышу шаги. Кот Бен обязательно будет мне помогать, потому что он будет сбивать с толку аниматроника, чтобы он меня не нашел.
А пока мы прячемся здесь от него, и я слышу, как он ходит, друзья, мы с вами можем заглянуть в скрытые камеры и посмотреть, действительно ли он пришел. Итак, я запускаю скрытые камеры. Он у меня в коридоре, вы это видели? Так, ребята, я думаю, что нужно погасить свет и говорить немножечко потише. Чи-чи-чи, Бен, Бен. Вы видели? Он был прямо в коридоре, а сейчас его нет. Возможно, он сейчас проходит мимо ванны. И это очень жутко, друзья, когда аниматроник у тебя дома. Но с другой стороны, также интересно. Вы слышите, шаги приближаются. Я слышу шаги аниматроника. Он что-то говорит. Я не понимаю, что он говорит, ребята. Он ищет меня. В общем, ладно. Смотрите, я обещала, пока мы здесь, и пока аниматроник нас не нашел, я обещала вам показать новое приложение. Сейчас, одну секунду. Так, по-моему, он ушел в другую комнату меня искать. Можно чуть-чуть включить свет. Вот так. Ха-ха, он долго будет меня искать, и фигушки он меня найдет. Ха-ха, королева мистики умеет хорошо прятаться. Да, Бен? Отлично. Итак, сейчас я вас познакомлю с приложением, которое поможет мне общаться с духами. Так, 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 так. Оно называется Magic Ball. Вот оно как выглядит, Magic Ball. То есть это, по сути, шар, который так же, как монета, отвечает «да», «нет», но еще он отвечает «возможно» или там, ну, «наверное», как-то так. Давайте спросим у шара судьбы, например, Фредди ФНАФ в моем доме? Мне кажется, да. Вы видели? Обалдеть. Так, давайте еще спросим. Фредди ФНАФ найдет меня в ванной? Мой ответ нет. Yes, ребята, он не найдет нас в ванной. Отлично. Если Фредди ФНАФ не найдет нас в ванной, он уйдет из моего дома? Нет? Фредди ФНАФ останется навсегда в моей квартире? Бесспорно. Вот это мы попали. Ребята, что же делать? Наверное, необходимо провести какой-то обряд для того, чтобы Фредди ушел. Блин, я знаю только один такой способ, но он очень опасный, и его нельзя показывать на камеру. Бен, мне нужно, чтобы ты мне помог. Ребят, все, что я сейчас буду делать, вы не увидите. Вы, скорее всего, увидите только концовку, но это нужно сделать для того, чтобы Фредди из ФНАФ ушел. Ведь мы уже достаточно долго играем в экстремальные прятки, и он не смог нас найти. Сейчас я еще раз загляну в скрытые камеры, и мы увидим, что делает Фредди в моей квартире. Итак. Ой, мамочки, вы видите это? Он оглядывается. Он ищет. Он смотрит меня. Но он далеко. Он далеко. Ребята, и ладно. Пора, я думаю, что завершать эти экстремальные прятки. Хотя магический шар сказал, что он, то есть Фредди из ФНАФ, не найдет меня. Но все равно мне как-то жутко стало сидеть в этой комнате. И сейчас я проведу очень опасный обряд по изгнанию Фредди отсюда. Фредди ФНАФ, уходи. И с собой все забери. Фредди ФНАФ, уходи. И с собой все забери. Фредди ФНАФ, уходи. И с собой все забери. Так, ребята, теперь нам осталось еще раз спросить Magic Ball. Ушел ли Фредди? Или он еще здесь?
Я надеюсь, что все сработало. Я прямо надеюсь, что все сработало, потому что очень, знаете ли, страшненько, если у тебя Фредди останется жить навсегда. А если и другие аниматроники придут ко мне в квартиру, это будет ужасно жутко. Ладно, спрашиваем. Фредди ФНАФ ушел? Да. Ребят, я все-таки не стала выключать камеру, потому что иногда магический шар тоже ошибается. Я надеюсь, что Фредди нет. Ой, мамочки, ребята, вы видите? Фредди ФНАФ до сих пор стоит на этом месте. Блин, что же делать? А, исчез. Офигеть, все-таки магический шар ошибся. Но мне интересно, как же он исчез и навсегда ли он ушел? Я надеюсь, что его нет. И там его не видно. Так, ребята, надеюсь, что он ушел навсегда. Иначе он позовет других аниматроников, и мы с ними то... Что это за звук? Что это? Вы слышите, что это за странный звук? Что это такое? Это что, лошадь-аниматроник? Посмотрите. Это игрушка, наверное, аниматроника. Посмотрите, ее рот шевелится. Обалдеть. Это просто жуть. Аниматроник оставил мне в подарок свою игрушку. А возможно, это живая лошадь-аниматроник. Ай, блин, что же теперь будет, Бен? Что же теперь будет? Обалдеть! Ну что ж, а на этом мое видео заканчивается. Я надеюсь, что вам понравилось. Обязательно пишите в комментариях, с кем еще сыграть в экстремальные прятки. С вами была Королева Мистики. Всем пока!